драфт. Андрей, поздравляю вас с выходом в плей-офф. У вас ситуация в группе была достаточно сложная. Вообще, расскажи, какие сейчас эмоции после того, как вышли уже? На самом деле, после матча эмоции настолько велики, что их даже невозможно описать словами. Вот. Мы добились, чего хотели в этом матче. Это выхода в плей-офф. Ну, в принципе, результат на табло. Как вообще готовились к Диаманду? Смотрели ли предыдущие игры, хайлайты? Как конкретно, что было заготовлено против этих соперников? На самом деле, мы предполагали, что команда Диаманд достаточно сильный соперник. Мы знали, что они любят катать пятого полевого. К этому готовились. Вот. Ну, не ожидали такого усердства с их стороны. Но все равно показали все, что смогли. И мы сделали все, что возможно. Ты забил дубль. Для вратаря это обычно всегда редкость вообще. Как действительно оценивал ли тот эпизод, когда видел, что вратарь выходил из ворот и четко в цели нацеливал? Да, я нацеливал, потому что я отрабатывал этот элемент на тренировках часто. И, видимо, дало плоды. Все, вы уже в плей-оффе, это 100%. Есть ли какие-то предпочтения по плей-оффу, может быть, с кем сыграть, может быть, чуть менее грозным соперником, чтобы раскачаться или сразу же на какого-то гранда хотите выйти? На самом деле нам без разницы, мы всегда готовы к любой команде.